Андрос Ифон, игрок команды «Депортива». Пару слов о сегодняшней игре. Ну, играли... Отвратительно, наверное, да? Да. 100 моментов не забили. 4-2 общий счет. Отвратительная игра, можно сказать. По результативности, вообще. А так, соперник хороший, хоть и видно было, что тяжело им, они уже подустали. Но, тем не менее, они сражались, даже 2 гола забили. Поэтому им уважение и почет, а нам надо разбирать моменты, которые и игру, чтобы впредь такого не было, чтобы мы реализовывали хотя бы 3 из 3 моментов, хотя бы 2 или 1,5, а не 0,1. В обзоре все увидели. Да, спасибо.